Привет, Анжей. Можно задать тебе один непростой этический вопрос? Имеем ли мы право отказываться от друзей? О, Пит, ты про Отто? Что, так очевидно? Да, я тебя понимаю. Знаешь, возвышенная часть меня хочет сказать «нет». Настоящий друг всегда должен быть рядом, даже когда люди заблуждаются. Но то, что сделал Отто, даже не знаю, Пит. Думаю, тебе нужно решить, есть ли еще тот Отто Октавиус, которого ты знал. Да и был ли когда-нибудь вообще? Да, наверное. Спасибо, МЖ. Думаю, мне надо все обдумать. Звони в любое время, Пит. Поговорим. И здесь, пока Майлз не вернется, лучшее, что мы можем сделать, это накормить всех. О, Питер, как я рада тебя видеть. Ты как? Здоров? У меня все хорошо, а как ты, Мэй? Очень занята. О, позволь мне... Ничего себе! Я в норме. Мэй, помнишь, ты сказала... Нужно смириться, что я человек, такой же, как все. Ты, Бен... Вы мастера обращать мои слова против меня самой. Все хорошо, Питер. Я просто немного устала. А где Майлз? Не помогает? Он помогает. Он пошел забрать медикаменты из центра помощи. Удивительно, как быстро у нас заканчиваются антибиотики. Ясно. Постарайся отдохнуть. Я организую разгрузку и встречусь с Майлзом, хорошо? Хорошо. Придется смириться с тем, что и у меня есть слабости. Ну же, Майлз, ответь. Не заставляй волноваться о тебе и Мэй. Тише, тише. Вот тебе и легкое дело. И вот это все сделала кучка зэков. Больше похоже, что здесь прошел бульдозер со взрывчаткой. Назад нельзя. Пиру нужны антибиотики. Видел, как здоровяк ему врезал? Слышал звук? Раздавил, как жука. Шмяк. И все потому, что он пошутил про его костюм. Это жесть. У чувака проблемы. Большие. Нужно отвлечь его. Может, софт для взлома? Что там? Надо быстрей. Я мог бы перепрыгнуть через стену. Медицинский контейнер в палатке. Это будет легко. Марля, йод, но никаких антибиотиков. Ищу дальше. Они оба такие, но хоть на нашей стороне. Вы двое, давайте сюда! Ладно, ладно, ладно. Что за черт? Это можно закончить. Лекарство есть там. Надо пройти мимо этих типов. У меня нет этой инфы! То, что делает Бенсон, это место. Отвратительно. Да, информация. У меня нет этой инфы! Почему суперпарни уничтожают эти центры помощи? Да все из-за Осборча. Хотят показать, что он слаб, что не может защитить город. Что за черт? Звучит очень пафосно. Пока мы берем все, что находим и хотим взять, мне наплевать. Еще одна палатка с припасами. Скрещиваю пальцы. Состояние. Пара пакетов Давай-ка первой поддать. Помощи. Но антибиотики. Где же они? Они собираются. Лучше избегать снайпера. Ну, пусть так и попробуют нас скинуть. Я слышал. Брат, расслабься. Медикаменты. Ну давай, ящик, ну уже. А, амоксициллин. Прекрасно. Это очень большой человек.
Нашел взрывающийся бульдозер. Маршруты и расписание! Живо! Я сказал! Джентльмены, простите. Мой напарник не учтив. Он не владеет тонким искусством вертения. Стой! Зря я это увидел. Что это? Проверь. Живо. Он меня не видел. Надо выбираться отсюда. Кто здесь? Выходи! У меня нет времени на игры! Тоннель. Может, я пролезу под ним? Выходи, малыш. Нет. Теперь мы играем со светом. Я поиграю с твоей... Выходи, я обещаю, что не раздавлю тебя. Не смотри. Выход. Ты не спрячешься! Надо, чтобы он отошел оттуда. В поле! Ненавижу искать ветер в поле! Надо сообщить Мэй, что я нашел. Отстань от меня! Отдавай бумажник! Помогите! Отцепись от него! Это ты зря, паренек! Нельзя же вот так толкать людей! Что? Вот так? Ладно. Смелый малыш. Напрячь ноги. Что он несет? Через секунду он уже ничего не скажет. Воу.
хочешь попробовать? Не, я в порядке. Хочешь попробовать? Надо поработать над фразами для драки. Майлз, эй, я пытался дозвониться. Живой? Слушай, только не злись, но мне нужно кое о чем тебе рассказать. Ты молодчина, Майлз. Оставайся в пире. Если преступники впадут в отчаяние, они могут напасть на приют. Я и сам подумал. Если здесь что-то еще произойдет, я дам тебе знать. Супер. Спасибо, Майлз. Юрий, я понял. Носорог нападает на центр помощи Оскорб. Думаю, я знаю его следующую цель. Сообщают о каких-то масштабных разрушениях в Гарлингском центре. Похоже, это он. Направляюсь туда. Ты в порядке? Устал, но еще держусь. Мы со всем справимся. Верь в это. У нас звонок от слушателя, который ранее рассказывал нам о притеснении со стороны агентов Соболя. А выясним же, изменилось ли что-то. Все меньше людей жалуются. Знаете почему? Кто жалуется, исчезает. Видали новые базы Соболя по всему городу? Я слышал, это тюрьма для всех несогласных с их действиями. Я в курсе этих слухов. И ведь сначала я считал, что это лишь попытки запугать нас, а я такие вещи не терплю. Сейчас мое беспокойство продолжает расти. Почему они не пускают меня посмотреть на свои базы? Прячут. Народ нас все еще защищает Конституция. В том числе и от беспричинных обысков и задержаний. И у нас есть свобода слова. Если вас или кого-то на ваших глазах притесняют, звоните мне. Если власти вас не слушают, я буду. И я расскажу об этом всем в нашем родном Нью-Йорке. Пусть эти тираны только попробуют заткнуть меня. Никто не заставит молчать Джея Джона Джеймсона.